Роман Николая Носова «Незнайка на Луне». Одна из книг из знаменитой трилогии замечательного писателя о Незнайке и его друзьях. Эту трилогию Николай Носов писал всю жизнь. Наверное, нет ни одного жителя нашей страны, который бы не читал о приключениях Незнайки в своем детстве или хотя бы не видел известные мультики по этому произведению. Роман-сказку с элементами научной фантастики, политической сатиры и антиутопии «Незнайка на Луне» экономисты называют самым доступным учебником политэкономии. Из детской книжки можно отлично усвоить, что такое реклама, акционерное общество, лопнувший банк, продажная пресса, забастовка и кого на самом деле защищает полиция. По мотивам «Незнайки на Луне» в конце 90-х годов был снят отличный российский мультсериал на основе иллюстраций Генриха Валька, который проиллюстрировал самое первое издание книги. И теперь эту веселую, прекрасно иллюстрированную книгу, а также другие детские произведения можно встретить на полках нашего книжного шкафа на железнодорожном вокзале. Если у вас есть книги, которые вам больше не нужны, то привозите их в нашу редакцию на Пролетарской 250 или позвоните по телефону 65 22 25, и мы приедем за книгами сами. А о самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Анатолий Фукс, новости.